У пилотов Ил-76, который рухнул под Иркутском во время тушения лесного пожара, было 7 минут, чтобы избежать катастрофы. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета, который провел свое собственное расследование этой трагедии. Расшифровка черных ящиков показала, что последние 420 секунд полета системы самолета предупреждали экипаж об опасности. Техника работала исправно и сигнализировала пилотам тянуть вверх рычаг. Однако, к сожалению, пилоты не смогли избежать столкновения. Им помешала плохая видимость и сильная турбулентность. Борт МЧС, участвующий в тушении лесных пожаров, потерпел крушение 1 июля. Самолет рухнул на землю на подлете к очагу возгорания, и там в условиях плохой видимости он столкнулся с сопкой. На борту находились 10 человек, и все они погибли.